Мы записи. Записи, да. Так, и тогда, значит, когда заходим, выключаем звук в Дискорде. Микрофон. Да. А потом на обсуждение включаем. Окей. Okay. Да, okay. И не туда переключился. Все, да. Катя, блядь, спалилась, блядь. Я это уже потом поняла. За что? Я, короче, так тупо спалилась. Что ты там делала, Софья? Я шла. Короче, я убиваю Эндрю, и там Софья такая бежит. Я такая, бля. Она то есть прям видела. Я так и не выполнил первое задание. Это так было тупо вообще. Это пиздец. Я обожаю Мангас. Это реально классно. Я просто не посмотрела, что ты рядом там бежишь. Мы выиграли, ура. Ты представляешь, что у может быть такая тема, что он просто вокруг него все будет черное, и ты нифига не будешь видеть, только будешь видеть маленький кружочек. И вот это жестко будет. Ой. Там спалиться очень легко. Я видел, такое делали. Но это максимально тяжело, это для супер-мега-крутых проигроков. А я вот, видишь, я уже меньше поставила, и все, и началось. Не, ну, кстати, 50 секунд тоже неплохо. Можно думать просто. В этой игре нужно, блин, даже больше думать, чем в каком-нибудь Far Cry, том же самом, где там аванпосты всякие есть. Я вчера сидела просто на игру, бомбила, такая, что за детские задания? Потом до меня дошло, что смысл не в них. Не, смысл не в заданиях, смысл в импостере только. Да. Да, да, да. Задание только для того, чтобы, блядь, импостер не успел всех убить. Да, блядь, даже задание первое не выполнил, ё-моё. Андрей, ты что, вышел? В смысле? Из игры. Но... Понял. Да, да, да. Там, короче, нажимай play again. Да, ну, ты что, играть с ним. Так спалиться вообще. Не, я за это и обожаю Мангас. Типа, так легко можно спалиться, и потом будет очень смешно. Давайте отрубаем. Так, ладно, всем удачи. А куда мне? Торич. Что случилось? Зачем? Уважаемый Вася Пупкин, пожалуйста, блядь, проверяйте перед тем, как прыгать в люк, блядь, нет ли у рядом. Да, блин, я думал, ты уже вышла из зоны видимости. А, кстати, вопрос, вот я, насколько понял, в игре есть какие-то эти инженеры, которые тоже могут по люкам лазить, да? Да, но мы их пока не вводим, потому что нас очень мало. Вот, то есть, а если они будут этот убийца, то есть он будет отображаться так же, как... инженер, чтобы как бы не было понятно, может ли он как бы на законных основаниях в люке лазить. Нет, это будет обычный человек. Это будет обычный человек. Вроде как. Понятно. Нет. То есть понятно. То есть нужно за этим следить будет постоянно, как бы, когда лезешь в люк. Понятно теперь все. Ну, выкидывайте меня в этот. Вы ждете это. Я говорю, тут спалиться вообще легко.
Да, всегда следите. Если кто-то за вами идет, лучше подождите, блядь. Вчера минут с Игорем 5. Смешно было, просто на ровном шагу. Да, да, да. Сдержался. Но меня не спасло. Полетели. Фьюх. Блин, смешно, конечно, когда... Я тебя поймаю сейчас. Не, надо в этой игре просто много думать и все. И надо еще уметь обманывать. Хитрить надо, да. Да. Это очень тяжело. Что может случайно забрать? Так, всё. Да, погнали. Погнали. А куда я бегу-то? А, ну нормально. Так, куда тьми? Наверх? А где все? А где все? Ой. Ах ты ж! Хитрец. Кого-то хлопнули. Так. Я как погибшее тело молчу. Да. Поскольку... Ты говоришь. А, вот как можно выбрать того, за кого проголосовать. Так, я думаю, пусть будет Эндрю. Я тоже думаю. Окей. Я все равно никого не видел. Ну ладно. Если что, мы проиграем. Потому что я не играю. Красиво, пух. Чувак, да? Нормально, смотри. Коварный план сработал. А я еще бегу там что-то по своим заданиям, такая. Оп, Вася Пупкин рядом. Ну, думаю, ну нормально. Думаю, да вроде второй раз подряд Глеб не может быть. Думаю, да не, ребят, это не тоже, он. Тоже даже так думал в самом начале игры, оказывается, он как... Спокойно так бегаю, думаю, все нормально. Я сначала Софьей бегала, а потом подумала, думаю, может, Софья за мной так бежит, а у нее задание в том же месте. Без смысла. Так, все. Папа. Где? Где-то внизу. Что так? Вася Пупкин подозрительно стоит.
Не сюда? А куда? А куда мне? Это что? Типа, ты серьезно? Блин, да я хотел убить уже сказать. Может, кто-то спалился, да? Ой, да. Очень бессовестно спалился. Причем мы все там были. А все там были? Да! На самом деле очень тяжело, потому что темно, нифига не видно. И... Ясно. Ты бы если убивал, ты бы хотя бы дверь закрыла и в люк прыгнул просто. А я хотел это сделать. Блин, я забыл, что двери можно закрывать, господи. Ой, мой бед. Это хороший обзор-то мы сделали, смотри. Да. Вчера был больно большой обзор, легко было. Муха, фу. Тебя кикнул за такой позор. Не, блин, надо реально... Ну, надо думать просто побольше. Блин, я реально забыл, что дверь. Мило, что нас мало немножко. Да, маловато. Ну, видишь, что-то Илья не отвечает, а Игорь все. Это. Пятница. Погнали. Мусора нет. Что за прикол? Меня выкинуло из игры. Да. Ты вылетел? Перезаходи тогда. Сейчас мы, наверное... А как мы сделаем? Ну, давайте, кто предатель, просто убивайте кого-нибудь, чтобы на проигрыш. И все. Я знаю, кто. Да, тут уже как бы сложно не узнать. Так, а вот за этот опыт, который... Выдается-то в конце катки. Что с ним делать? Он для чего нужен вообще? За опыт бобы вроде даются. Если еще карту мира активируешь, там я еще... Я думал, что это для того, чтобы открывать новые эти скины всякие, вот это вот. Но что-то, по-моему, все то же самое, смотри. У меня, что и раньше было. Хотя вот это вот не было. Гардероб, когда открываешь, ну? Самое последнее есть мира... Мира Космик Кьюб. Так. Ага. Ее активируешь, получаешь всякие эти штучки, а потом прокачиваешь вот это и получаешь всякие скины. Ну, вон на чё. Там на сайт. Так, выключаемся. А где задание-то? Что такое? А где задание? Applications. Так, это Shields. Подожди.
А, вот. Собака такая. Да что ж ты делаешь-то? Перемещаться стало значительно быстрее. Перемещаться по карте, когда ты уже умер, значительно быстрее. Так, а здесь где? Кафетерий, говорит. Нет. А, это же я там стояла, господи. Такое. А, это камера. Эх, сейчас пофиксим тут все. Что? Мастер в игре просто. Мастер в игре просто. Меня убило, я тут сижу. Думаю, найдите кто-нибудь меня. Пожалуйста. Связь — это вообще такое место, куда никто не ходит. А я только что его обнаружила. Уже так, поздно было. Кстати, да? Нормально, я почему-то мог в люк прыгнуть. Нет, там задание в люке есть. Погнали. Так. Но это, похоже, не Эндрю. А что надо сделать? О! Ой! Ой! Так, ну это... Это Вася Пупкин. Что случилось? Я что видела, случилось? Как кое-кто прыгнул в люк. Кто? Эндрю? Нет. Кто? О, Рубей. Я в люк? Да. Да. О, вы удивитесь, когда вы... Хочешь сказать, что это не ты? Результат. Хочу сказать, что нет. Ясно, все ясно. Возможно, у нас есть оборотень, который может менять свой внешний вид. Блядь, я не знаю, я его держу. Я спалился. Ну-ка. Мы сейчас дальше играем. Вот. Блин. А чё ж мне так показалось-то? Ладно. Я же говорю, может быть оборотень, который может менять свою внешность. Так, а мне куда? А, мне был Angel. Не, кто же это был? Это что, Эндрю? Это Эндрю? Или это Софья? Чё-то мне кажется, это Софья.
Потому что меня просто не убило. А реактор где находится? Не вижу камер. Это Вася Пупкин? А где камера-то? Бегите сюда! Да бегите же сюда! Опа. А вот опыль. Есть у меня идея, конечно. Да, я знаю, кто. Да, да, да. Да. Поскольку мы с Глебом были в одной комнате. Остается только один человек. А вот, вижу, как проголосовать. Потому что мы как раз чинились. Блин, ну, после... офигеть. Это какое совпадение? Почему мы всегда в одной комнате? Потому что ты сделал этот, как его, саботаж, да, мы там чинились, как раз стояли. Я думала, вы сейчас все будете идти, блин, кто-то будет ближе. Ага. И я такая, иду, блядь. Я такая понимаю, блядь, он меня сейчас убьет и начинаю манить вокруг стола, блядь, догоняет. Это тебе не Диоген. Это Диоген. Блин, реально тяжело. Потому что надо думать вот, реально очень. Вот, поставили угол обзора меньше, сразу веселее стало. Да нет, тут даже не в этом дело. Но. Все, погнали. Ой. Ой! О! Так. Давай в админскую тогда. Мое любимое задание. Чинить проводочки. Мама, я электрик. А, нет, все правильно бегу. Наверх. Я слышу чью-то клавиатуру. Так, ну Эндрю меня не убил. Я так бежал долго. Коварство. Я так долго бежал, не успел. Это, когда кислород ломается, блядь, пожалуйста, бегите в разные стороны.
Потому что надо оба этих принять. И это пиздец. Если видите, что кто-то бежит на нижний, бегите на верхний. Нет, когда я мафией буду? Хотя не, лучше... Лучше обычным. Так. Так, ну это не Софья. Ах ты, блин! Ай, блин! Я пробегаю мимо Софьи. А что такое? А что случилось? В реакторе. Она меня не убивает. Думаю, наверное, не Софья. Это была месть. Вообще, хитрая такая вообще. Да и мне такой. Так, что там? Под Минскую, да? А, это Минска. О! Мое любимое задание. О! Нет, подожди. Да, подожди. О! Accepted. Все, сработало. Communications. Ого. Ну все поняли. Немножко поняли. Как же это быстро было. Я такая думаю, дай-ка, блядь, вернусь, посмотрю на Катю. Ой, я думаю, что я голосовать не могу. А, действительно. Получается, импостер... Хлеб, да. Я. Кто? Свои задания спокойно выполняем. Я тут что-то бегаю по своим делам. Смотрю, Софья мимо пробегает. Ну, думаю, не Софья, точно. Не Софья. Прикольная игра, конечно. Было бы прикольно, если бы игроков было побольше. И можно было бы еще два импостера сделать, еще бы. Да у нас потенциально ролив.
Илья точно, Игорь. Но где-то они потерялись. Так. Любимое задание. Не могу с этими проводочками. Это Софья? Или кто-то из парней? Что там, что там? Починили? Так. Так. Где? А я, честно говоря, думала на, на Глеб. Так. А, где? В, этот в, раз вот. В секьюрити. Я был в реакции. Пошел человек на камеры посмотреть. Посмотрел. Это да. Почему Софья спросила, где? Потому что надо знать, где кто был. Ты чё? Я был в реакции. Нет, я понимаю, не обманываешь ли ты. Я просто в медэксеке, блядь, как его, медэксеке. Подождите, я сосредоточусь. Медэксеке, да. А это рядом. Угу. Интересно. Будем голосовать или эски? Ладно, я проголосую. Я думала сдержаться. Я тоже думаю, типа, да. В смысле? Ну, просто а, ясно, понятно. Вы что, воздерживатели? Ну, угадала я? Да блин! Я знаю теперь, кто это. Мы, конечно, можем побегать, но я знаю, кто это. В смысле, ты не можешь знать, потому что два человека скипло. Да что я не могу знать-то? Я знаю. Да Софья, по-любому. Ой. Или подожди, а тот сейчас куда исчез? А, ну там нет этой штуки. Что надо делать? Пожалуйста, не убивайте. Да не убивайте, блин! А я же сказала, я знаю, кто это. Блин, я уже был возле кнопки. Блин, мне не хватило последнего задания, чуть-чуть. Жестокая ты, Софья, жестокая.
Втроем застыли. Опа! А что Софья ждет? Ладно, побежала. Окей. О. Где? А, вот. Ой, опять проводочки. Привет. Илюша. А это кто? Илюша. А, Илья? Не узнал. Проснулся. Здравствуйте. Да я не спал. А я не вижу. Алло, алло, паника, тревога, 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 тревога. Так, что случилось? Что случилось? Нашли тело. Тельце бренное, устывшее. Тельце бренное, устывшее. В нижнем ряду. Смотрите. Мы сейчас с Катей оба шли к этому, к реактору. К чинителю, да. Да, чинителю. Мне кажется... Что это Софья? А Софья что-то подозрительно застыла там, стояла. Ты хочешь понять, что я скипнула к заданию и побежала? Вот я отвечаю, это Катя. Сейчас, сейчас мы, кажется, отгребем. Подожди, мне кажется теперь, что это Глеб. Да. Ой, блин! Батька всех на батьку. Давай, подключайся. Я хожу, блин. Хожу, Илья, играть будешь? Глеб на меня смотрит, потом такой. Хожу, да, а он бежит за мной. Давай. А я понимаю, что я громко. Сейчас Илью подождем и пойдем. Блин, а я смотрю, Софья стоит, думаю, стоит. Наверное, она все это сделала. А Вася хитрый, смотри. Вася, Глеб хитрый. Я как раз тебе новые штаны куплю для этого, для перса. О, и противогаз. И противогаз. Так, теперь нужно это все надеть. Противогаз? Да, теперь есть. Сейчас. Ну-ка, давай. А, это на морду. Во. Ого! Вот это ты модный парень. Я сейчас буду другой. Андрей, а ты можешь поговорить, пожалуйста? Я здесь. Так. По звуку просто тебя выравниваю. Я звук просто выставляю, да. Спасибо. Так, все, начинаемся. Подождите, зацените мой новый лук. Блин. Да мы сейчас в игре увидим. Это ты этот вот полицейский? Ох, ничего себе, какие волосы. Это я полицейский. Так, вы стоите, ничего не делаете. А, подождите, давайте же выключимся. Илья.
А, стоп, 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 стоп. И в админскую, да? Еще реактор запустить надо. А реактор рядом? Может, мы сначала это сделаем? А, это lower engine. Это реактор. Так, 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 так. Ну, хорош. 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 Я могу за камерами Ой, вы все наверх не прибежали. Так а чего ты там? Ты делала задание? Ты выполняла этот кислород? Я смотрю, ты там стоишь. Я побежал ко второму. Вы чё? На кислороде надо... Еще одна точка есть для этого, для кислорода. Вот я вот туда, на вторую побежал. Надо нижний, верхний. Ну, так я увидел, что ты... Эндрю даже никого не убил, что ли? Да, да и, блин, вы так ходите вместе, ну капец. Господи, опять эти проводочки. Нет, блок и реактор. I'm a loser. I'm a lover. Так. Какая-то... Какая-то это дичь. Я пошел, значит, чинить генератор. Починил генератор и потом обнаружил, что у меня под ногами труп. Но последний, кто оттуда убегал в мою сторону, это была Катя. Но при этом она была очень далеко. Если она это сделала, то это я прям очень слоупок не заметил. Я своими делами занималась, это не я. А больше там никого не видел?
Больше а никого не видел. А там есть люк? Может, кто-то через люк сбежал? Да я что знаю. Ничего себе. Это было бы жестко. Блин, что Софья молчит? Я думаю. По закону жанра? По закону жанра Андрей два раза подряд быть не может? Может. У нас Глеб сейчас был. Это либо ты, либо Софья. У нас Глеб сейчас три раза подряд был. Что ты? Да, это пиздец был. И убивал причем нас. Если пол еще не полился. Ну ничего, это новички. Ну короче, я не знаю. Я тоже не знаю. Давайте скипать тогда. Ну давайте. Как-то, подождите, как-то я сказал, я не знаю, Софья быстренько взяла и сказала, что она тоже не знает. А все уже. Это был хитрый план. Мы уже проголосовали. Хитрый план. А если я проголосую? Ну голосуй. Ничего не будет. Потому что больше... Потому что больше людей скрипают. Блин. По факту твой голос ничего нет. Ну вы, конечно, быстро скипнули. Вы что, все три мафии, что ли? Надо же чувствовать. Это я выводил этого главного на чистую воду. Он бы сейчас такой, давайте попускаем быстренько, как Софья сказала. И все. Видите, а так можно было платно. О, сейчас все задания там, да? Где медикал бэй? Это была Софья, я видел на камере. Как круто Софья спалилась. Закажу ее. Что же я заебалась? Я на камере увидел. А вы знали, кстати, что если на камере увидел убийство, то тоже можно заявить? Я не знал. Я побежал к кнопке, а оказывается, у меня уже было заявить, поэтому... Илья, работает твоя теория-то, смотри. Не, просто если... Нет, ты же рядом с убийством, но работаешь в каком-то радиусе же. А, да, кстати. Mm. Я, по-моему, просто из-за того, что я увидел его на камеру именно. Теория Ли прям сработала. Он такой, давайте скипнем, Софи, давайте. Я прям прочувствовал, а вы нет. Ну, я-то вызвал, я последний такой говорю, типа, ну ладно, и все скипнули сразу. Подождаем. В следующий раз, когда я говорю, все скипаем, то ждем. Ладно. Жизнь резко становится веселее. Спасибо, что спалили, потому что я сижу, хочу астероиды сбить, а меня убивают сразу. Я тебя не видела, Софья. В той комнате, где был Илья, была Софья только, и все, поэтому голосуй за нее. Очень хороший радиус просто, потрясающий.
А что, блин? Вы дебилы, блядь! Я говорю, Катя! Катя! Вы серьезно? Слоупок на Глебе. Все правильно, это Софья. Вы серьезно? Я вам говорю, Катя убила. Ну тогда, раз такие дела, давайте проголосуем снова. Логично, да. Единственное, что просто... Кто бы это мог быть? Я главное соглашаюсь, такая, да-да, это я. Не, я просто был в той комнате, где были Софья и Илья. Я вообще задание не вышел, и тут же. Это момент для шорцев просто. Я зашла. Я подумал, что это как бы Софья была, поэтому я. Ну, извиняюсь. Да, это же подумал. Блин, а что я согласилась? Надо было на Софью валить. Правильно, все, надо было на Софью валить. Просто на это. Да я сижу себе с Катей, а ниже уровень, ниже видно, где стреляется из кресла. Подходит Илья, такой садится. Прошел, кто у нас? Глеб. Красненький же он, да? А, стоп! Что такое? Во, не все же подключились. Я думала, все подключились. Ходит мимо, и тут Катя такая залетает, убивает. А, вон как. Шустрая как. Я увидел задание, астероид. Думаю, пожалуйста, только не убейте меня, так хочу его сделать. И вы так не убиваете. Я только за время начал понять, что я хочу, не помню, что это. Что такое? А что я могу сделать? Я же не могу. Убежит, сейчас убежит. Убежал. Так, кого? Красный за мной бегал все Эндрю. Время. Что это такое, это Вася вы... Пупкин? Преследовал тебя? Задание выполнил в том отсеке, где и ты был, а потом пошел в левый куда-то там в сторону. Там тоже были у меня задания, и мы там встретили тело. Таким образом, на мой взгляд, это либо Катя, либо Софья. Одна из двух. А почему не ты? Быстро на свой взгляд уже вкидывает. Потому что мы были с Ильей рядом. И как бы это... А может, ты хитрец, посмотри, может, ты хитрец рядом с ним такой бежишь? Пойдем вместе, типа, обнаружим. Что-то ты подозрительный. Честно, мне кажется, Катя пытается перевести стрелы, а? Да, потому что... Я? Катя... Да. Ни в коем случае. Нет, я спокойненько свое задание делал. Сделал. Это Андрей. Почему? Самоубийство. Андрей. Ключи. Да, я стал самураем. Харакири такое, да? Харакири сделал, да.
Я когда шла в электрочитовую, Катя шла именно от, со стороны нижнего реактора. Чё это? Я не оттуда. Блин, тяжело с вами. Оттуда? Вы друг друга валите? Вообще сложно. Нет, нет, а в принципе где-то... Софья думает, что это Катя. Нет. Катя, что... Я думаю, что это Глеб. Глеб, что Катя. Я думаю, что это вы все втроем. А в итоге это Илья. Это не я, честно я могу вам сказать. Что хотите, со это... мной рядом просто, когда я все вот эти вот свои задания делал, и если бы он был, он бы меня не бы мог просто там взять и кокнуть, но он меня не убил. Поэтому, мне кажется, это либо Катя, либо Софья. И вот тут, конечно, вопрос, кто именно? Кто именно? Будь здоров. Проголосуем. Ладно, давайте. Ну, давайте. Кого? Ай, ладно, вот так. Спалилась. Глеб меня просто в последний момент. Я уже сижу такой, думаю, не, надо скипать. А я забегаю в электрощитовую вместе с Софьей, а у меня это фриз на убийство. Я такая, да блин. Надо убрать свидетеля. Да, да. Вот она как несется, блядь, со стороны. Надо было в другую сторону бежать. Эх. А где Игорь? Он в гостях. Что-то его не было сегодня. Он в гостях? В гостях, ага. Фазму вы играли? Нет, мы начали с этой игры, а потом, если время останется, фазму пойдем. Я уже разбираться научилась в этой карте, между прочим. Ай, такой плейлист хороший у меня все-таки. Ай. Оф! С первого раза. Вот и все. Вот и... Да, опа, здрасте. Блин, Андрей, что... Андрея валят каждую катку вообще. Просто какая-то сладенькая булочка. Блин, а я вообще никого не видела, кстати, блин. А вот я видел, когда я зашел в комнату, мимо меня пара бежала, Софья как раз-таки. Опа. Я заправлял двигатель, ничего не знаю. Я карточку провела с первого раза, впервые в жизни. Я тоже, кстати, с первого раза только что провел. У меня там даже достижение. Невыполнимое задание. Да. А почему у меня такого не было? Подождите. А потому что ты с первого раза, видимо, сделал. Может, потому что, Софья, у тебя нет заданий? Смотри внимательно на экран. У меня нет такого достижения. А это потому, что ты с первого раза все сделала правильно. А мы, я ковырялась там то медленно, то быстро, то медленно, то быстро. Так. Мне интересно. Ты говоришь, Софья. У нас есть только догадки Глеба о том, что Софья. Да, пока что. Да, я ходил вместе с Эндрю, кстати. Я бы, наверное, воздержалась. Он ушел в ту сторону. Ты ходил вместе с Эндрю? Мы с ним разошлись после карточки в разные стороны. Он пошел направо, а я пошел налево. Нет, кто это докажет? У меня есть один движение. А, есть все? Не, ну хотите, можете меня валить вообще. Легко. Блин, я бы, честно говоря, воздержался, потому что я вообще не знаю, кто это. Блин, ну, давайте тогда пристально следить за Софьей. Спасибо за доверие, друзья. Ладно, воздержусь я, пожалуй. Я что-то не понимаю пока.
Ой, звук. Что же это может быть? Эта песня такая хорошая. О, какая песня хорошая. Так, секьюритошная мне не нужна. Мне нужна электрическая. Вы серьезно, что ли? А, блин, не туда. Нет, или я здесь? Блин. Я вот одна бегаю, но мне надо одной бегать. Почему Илья за мной побежал? Давай, беги, беги, беги. Every day, every night. Every day, every night. I walk my whole life. Just... Я будем следить. Так. И чё? Кто же кто это? Кто нашёл? Кто нашёл? Где нашёл? Софья. Ты. Грёбаный я знаю, кто это. Я стоял её тыркал-тыркал. Как вы я знаю, сказали? Кто это, сто если Софья нашла. Леб, просто... Кто это? Это ты. И карту. Я? Ну, ты? Если ты меня сейчас кикнешь, ты проиграешь. Насколько забьёшь? Я тебя кикну. Катя, я тебя кикну. Тебя ящик пива. С тебя ящик я пива. Я тебя кикну. Просто. Потому что я смотрела по камерам. Посмотри по камерам, да. Ты хотя подожди, света? а где я обнаружили? С какашкой. Я знаю. А сколько где? Я слышу? Ну, блин, в администрации, потому что, блин, сейчас Глеб сказал прямо даже вам, что он пытался карточку, блядь, провести. Я его там и нашла. После этих карточек. Да, тогда это Софья. Так. В смысле? Подожди, а мафия может, типа, я шел к навигации. Конечно, может. Мафия тогда сама хитрая жопа, она может все. Чего, хоть я-то? Потому что я видела Илью на камере за секунду до этого убийства. Он не был в админской. Я был в навигации. Хотя хз. Я не помню. Блин, что так сложно? У нас еще главное трое осталось. Сейчас ни одно неверное движение, и мы проиграем. Может Катя ли меня говорит, обманывать... Мне кажется, что это Катя. Может ли меня обманывать собственный муж? Тебя может обманывать собственная ты. Я выполнила все задания. На какие камеры. Я выполнила все задания. Побежала смотреть камеру. Потому что что еще делать? А еще знаешь, что я заметил? Я когда ходил, заправлял двигатели, ты забежала в электрощитовую, а там есть... Так я ремонтировалась там. Чтобы убежать. Короче, а я это не видел, Илья. Что ты оттуда уходила. Это Илья, я вам отвечаю. Что-то ты хитришь, что-то ты хитришь. Все слышали, да? 7 секунд, с Катей ящик пива.
Катя, с тебя ящик пива. Ну, ясно. На мой выбор. Поражение. Софья всех переиграла. Блин! Ой, какая ты, а! Катя, с тебя ящик пива, ты помнишь? С меня ящик пива, да. Я тебе каждый день буду напоминать теперь. Илья, я в шорты это вырежу отдельно, чтобы ты всегда знал, что я готова к ящику пива. Желательно, да-да-да, закрепи главным. Ты в ящик пива возьми. О, точно! Я тебе соберу там фазме ящик пива. Так, он такой счастливый побежал, потому что он кого-то убил? Произошло. В администрации. В администрации? Это я знаю, кто это. Кто это? Кто это? Я был с вами. Я видела, как Илья забегал в админскую. Чего? А потом? После... Я вообще-то был возле двигателя. Вы там шли с Софией. Нифига не видно. Ты прошла, не, потом не, Софья не, прошла. Не, не, я не, пошел смотри, назад. Смотри. За пару секунд до этого я наблюдала по камерам, как ты бежишь в админскую. Я еще тут хотела туда сбегать, проверить, а не труп ли там. Админская потом случился камеру? Саботаж. Ну, там саму админскую не видно, видно, что ты туда забегал, оттуда выбегал. Потом, значит, происходит саботаж. Я, поскольку рядом с камерами, бегу быстрее ремонтировать, и там вдруг оказываешься опять ты. Короче, у меня много подозрений. Админскую я пробежал. Потом включился саботаж. Я пошел искать свет, встретил вас с Софьей, пошел вместе с вами. Я еще не знаю просто, где этот свет. Я просто иду, потом смотрю, сначала ты прошла, потом Софья. Я сразу за вами обоими побежал. Там 12 секунд оставалось. Ничего не понятно. Дурак, что ли? Блин, тоже ничего не понимаю. Катя так уверенно сказала на Илью, а потом... Я сейчас опять сама сомневаюсь. Опять Катя меня валит. Опять Катя меня валит. Вы видите, сколько она мне будет пива должна? Ящичка пива. Там... Илья, сходим... Сходим в Графтон, там его столько. А еще приехали. Мы на настоящее договаривались. Так, проверяем мой трюк. Так что, воздерживаемся, да? Нет. Опа, ну а Катя сразу поставила. Нет, я не хочу воздерживаться.
Блин, ну мне тоже кажется, что Илья, типа, блин. Да, кажется, так уверенно говорит. Еще, если она на камеру смотрела. Как такое? Сколько раз можно? Алло? Где ты делаешь задание? Блин, ну вы уже все поставили. Ну ладно, я не знаю. Я что-то не поняла, что он так быстро там оказался около электрощитовой. Там вроде Админская далеко. А, да, призрак, делай задание. Ну вот, вот, смотри. А играть-то как играть-то, а, актерище? Я же говорю, по камерам тебя спалил. Ох, актерище, а. Ой. Катя так быстро начинает, даже в гардероб не успеваешь заглянуть. Что, никаких гардеробов? Да, давайте это, перерыв на туалет следующий, после этой катки. Окей. А как? А я его что, сделать не могу? Не понял. А я почему не могу его сделать? А, могу. Так. Ага. А где навигейшн? Так. А вообще все живы? Почему я не вижу Эндрю? Либо он сидит в вентиляции, либо его уже того. Эй. Да давай! Так. Вася Пупкин бежит к навигатору. А, труп! Труп у навигации! Починитесь, пожалуйста! Ответственно заявляю, что это Глеб, потому что Софью убили там, где я ее последний раз видел, а за ней шел Глеб. Короче, я видела труп Эндрю на камере около навигации. Я хотела туда побежать, а там саботаж.
Навигация. Там ну да, люди, там и Софью убили. Там Софью убили. А свои... Задание... Есть же люки, через которые теоретически может... Перемещаться мафия? Шляться, да, мафия, убийца, так что... Кто еще остается так? Кстати, вот, Илья как раз-таки сказал, что он тоже был там рядом с тем же местом, где Софью. Я саботаж связанный. Я саботаж связанный. Закончу. Блин, я боюсь, что... Я боюсь, что если я сейчас опять против Ильи поставлю, мне не расплатиться ящиками пива. Это во-первых, Катя. А во-вторых, я в связи саботаж заканчивал. Туда прибежала Софья. Я думал, меня сейчас убьют. Но в итоге прошло все гладко. Мы вышли. За нами выходит Глеб. Мы все бежим вверх к навигации. Софья останавливается там, сделает задание с этими тросиками. И стоит. А-а-а. Я пробегаю, краем глаза замечаю просто, что Глеб там остается. Ну, стоять просто тоже. Я его не видел, чтобы он за мной дальше шел. А потом Софью именно на том месте я и нашел, когда шел делать саботаж этого О2. CO2. А я все задания выполнила. Совпадение. Больше. Подождите. Почему никто не нашел Эндрю? Я нашла, я тебе говорю, я видела его в навигации, но я просто не добежала. Просто вы понимали, меня убили вначале. Да, его давно убили, потому что я такая бегаю, я еще потом, увидите на записи, я такая бегаю, а где Эндрю? Его что, опять убили? Да, блин, спалился. Я так и думал, что я спалился за этим делом, и так оно и получилось, блин. Когда Софья только что сказала про Эндрю, я такой думаю, блин, да Катя. Я-то тут при чем? Ну, не знаю, сомнение у меня зародило, Софья. Так, пауза. Ничего никто за Эндрю не переживает. Да, давайте паузу. Курца пауза. I'm back. Как я тебе? Ох, нифига себе. Это какая-то конопляная Ева или что это? Не знаю. Сверху конопля, снизу какая-то травка. Ну, есть еще вот такая шапка. Вот, типа такая. Это какой-то, блин, попугай. А такой вопрос, все с ПК сидят? А? Что? Все с ПК сидят? Я с ПК. Да, да, я тоже с ПК. А такой вопрос, а че вы не мутите микрофона? Ну, типа, через Дискорд можно... А, блин, это долго каждый раз тыкать туда, блин. Не-не, ты можешь зайти в настройки в Дискорде и горячими клавишами быстренько там, не знаю. У меня стоит на дробь. Я тут? Микрофон. Ну... Не, я мучу микрофон, когда я мы тоже. Играем. А я просто... Я не мучу только, когда вот мы в комнате и когда мы обсуждаем. Ну, если я умер, я тоже мучу, что-то подсказывать. Воробушек, что с тобой? Зов природы. Зов природы, это смешно. Зов сумеру. Стартуем? Да. Давайте. Ой, сейчас. Погнали. Надеюсь, не буду импостером, а то они очень тяжелые. Так, что по заданиям? О, с кафетерии два задания сразу.
Ой, громко включила. Нет, да? Понятно. Я думала, можно закрыть. Прикольное задание. Первый раз такое вижу. Сейчас убьет меня, смотри. Да! Я же говорила! Ай, блин! Ай, блин! Якась падла закрыла... Андрюша! Андрюшенька! Так, в смысле, почему я? Хорошо, давай. В смысле? Почему ты? Потому что ты с Катей вместе бежал наверх. Mm-mm. Я сейчас за вами бежал, потом побежал. Я в медотеку пошел. О! Ралиф! Ты же мой дорогой. Ралиф, во-первых, привет. На тебе трансляцию. Ралиф, залетай в Among. А во-вторых, давай я тебе Among. Куплю Among Us. Давай. И ты с нами поиграешь. Там скачивается быстро. Вот 400 мегабайт. Напиши да или нет. Напиши да или нет. У меня как раз денежка есть для этого. Подожди. Давай. Блин, я не знаю, за кого голосовать, серьезно. Да давай, пойдем, нет. Пойдем. Илья тебе что расскажет, делать? Что я всегда давлю на людей. Я люблю, так, когда давай. Сверху. Да, Катя, Ралиф, Катя мне уже должна два ящика пива. Кто где был? Фазмофобия. Слушай, один. Я бежал наверх, медотек. 2-2, Софья. Я за Андрея, да? Я за Андрея, потому что я уже сказал. Угу. Ну, смотри, Ралиф, если я сейчас покупаю, ты будешь играть или нет? Закрыл мне дверь в камеру, чтобы я этого не увидел, поэтому... Ралиф, и да, вы знаете, почему это не Софья? Знаете, почему это не Софья? Почему? Потому что Софья мирно со мной бегала, наверное, где-то 3 задания. Прям рядом со мной. У нас были разные задания, но мы с ней бегали практически все время в одном и том же месте. И когда Софья заполнила бак с топливом и побежала потом, по-моему, заливать его в двигатель, пополнилась шкала. Ралиф, я жду ответа. Конечно, короче, если это такой хитрый план. Да, ну. Не знаю, мне кажется, блядь, что... Для кого? Быстрей. Я думаю, что... Ну, я палец. За Андрея. Не знаю. Блин. Не знаю. А ну-ка. Ну, Илья, зачем ты там был? Детектив Илюшка. Победа. Вот он. Просто я такая, блядь, подумала, блядь, если бы Илья был предателем, он бы меня ёбнул давно. Я тоже самое про тебя подумал. Если бы ты была предателем, ты бы меня убил уже давно. Зачем вы ходите за ручку? Не надо ходить за ручку. Ралиф, иди принимай в стиме подарок. У нас привычка. А, ты уже все? Блин, я уже думал, сам отправить.
Блин, было неплохо. Спейцистинг. Это что такое? Ралиф, только качай поехали. Быстрее. Чтоб мы еще иди поиграли. Качай быстрее. Да, поехали. Я тебя отклоню сейчас. Катя, стрим выключи только. Зачем? Зачем стрим выключать? Он же играет еще. Он же не играет. Блять, он же не играет еще. Ну так спалить можешь. Ну, не спалить тебя. Потому что у меня периодически твой стрим показывает. Так вы не смотрите. Сейчас Ралиф микрофон и спалит. Нет, Ралиф, не пали. Да, я типа нашел в навигации. Оо, 53, за полтора. Хера себе, там уже 20. Я отключаю. Блять, что случилось? Маньячины. Я где, делаю, кого нашли? Я ее нашел в навигации. А я тут при чем? Потому что ты как раз оттуда. Откуда? С навигации? Ты что? Нет, я вообще с другой стороны бежал. Я с администрации шел выполнять задание в О2. Я тоже. Я бежала мимо сториджа. Это где ниже чуть-чуть администрации. Так, сложно. Но я выполнял саботаж. В смысле, ты его запускал? Запалило такое. Ну, ты сказал, я выполнял саботаж. Типа, запустил его? Ну, откат саботажа. Так. Блин, ну тут сейчас тяжело будет. Это у меня даже идей нет. Да не, просто... Как сказать? Я когда начала вводить код, я думала, сейчас побегу наверх. Но раз там Эндрю был, то это все быстро кончилось, и Катя в самый последний момент прибегала. Вот именно, вот именно. Я вводил код тоже. Потом... Так я бежала туда, в нижний этот. Тушить нижний О2. А, я думаю, что Катя. Я тут ни при чем. Блин, ну тяжело. Пусть же тоже может саботажа чинить. Ну да. Вот именно. Ну ладно, голосую. Что у нас? А, нет, Глеб есть. Так, Ралиф там подключается, отлично. Давай, Эндрю, за кого? Катя или Софья? Я тут не при дела. Ты вспомни, какая Софья хитрая у нас. Да, да. Ладно, я поверю Софье. Если это окажется неправда, то вообще не буду верить.
Красава. Зараза. Видишь, я же не обманула. Орать будет, в этот раз орать будете. Я сижу такой, вали её. Илья, у меня к тебе вопрос. Ты чё вчерашние эти записал без камеры? В смысле, у меня всегда без камеры? Как это у тебя всегда без камеры? Ты же с камеры записывал фазму. Я хотела посмотреть, как да ты краснеешь. Нет, пару раз. Ролик. Пару раз, я пару раз записывал. О, господи, какой ты громкий. Так, ты же знаешь, как подключаться, да? Нет, вообще ничего не помню. А где здесь имя выбирать? О, это в настройках, блин, там... Имя? Черт ногу сломит. Я тебе скинула код в чат. Для подключения. То в этих, в самом главном меню у тебя будет аккаунт слева. Вот там вот на аккаунт нажимаешь, там можно изменить имя. Ох, сейчас интересно будет. Одну да, мафию же оставим или две? Одну. Нет, пусть будет одна. Mm-hmm. Хотя, если честно говоря, скажу, что мафию, за мафию играть сложнее, чем за простолюдина. А, слушайте, потому что за простолюдина ты... Как бы, не знаю, за мафию сложно, блин, от всех спрятаться. Погодите, ты я же Софья меняла... Только Софья умеет ходить, тупо валить всех нахер. Я же меняла этот... Я же меняла зрение импостеру, может, чуть побольше поставим? 1.25, например. 2 импостера, потому что сейчас зайдет риф, у нас будет шестеро. Да не, 2 импостера слишком много, мне кажется. Да не, 2 тяжело, тяжело, да, тяжело. Не, можно просто... А ну хотя... Побывают. Можно хотя... Либо время на что? Уменьшить. Убийство. Ну, время перезарядки убийства. Все. Уменьшить. Так, 50 секунд стоит. А, уменьшить? Не-не. Да-да-да, поставь. Можно увеличить 5. И сделать 2 импостера. Но, или уменьшить можно. Давай 30 5. Секунд поставим. Давай одного. Оставляем 30 секунд убийства. Отлично. Не знаю, все. Я Дендрон Архонт. Ролик, давай ждем. Подожди, я себе красивого человека делаю. Воробей опять поменялся, ты посмотри. Я Дендрон Архонт. Всё. Я младшая... Как её, блядь, там правильно? Младшая властительница Кусунали. Я случайно какое-то имя выбрал, а теперь не могу его поменять. Как его менять теперь? Это в самом деле. Заходишь, я ж тебе говорю. В самом главном меню. Ты же к нам еще не подключился, правильно? А вот аккаунт, да? Самый главный. Аккаунт. Там нажимаешь, там можно... Лево аккаунт. Во, нашёл. Yeah. Там сменить имя. Катя. А, нет, я же не Катя. Чё бы нет, был бы... Две Кати. Так и Катя не Катя, понимаете? Так, штанишки, подождите, не торопите меня. Блин, офигите. Так. Офигите. Что, локально, да, или онлайн? Онлайн? Онлайн. Онлайн. Онлайн и зайти в катку. Там. Частная комната. Сервер Европа. О, Европа. Да уж. Да уж. Блин, я представляю себе, будет как-нибудь 10 человек, это будет очень прикольно. Все забыл. Я вообще ничего не помню, как играть. Я обманывать не умею, я вообще... Арман! Какой прикольный ролик. Короче, ролик, смотри, мы глушим микрофон, когда играем, чтобы мне это не спалиться, не дай бог. Но я точно, потому что я пишу звук. В смысле, когда, когда? Ну вот сейчас. Вот сейчас. А, вообще микрофон отключаем? Да, полностью включаем. Угу. Ну да, либо просто молчишь. В смысле, мы с друг другом вообще общаться не можем, когда играем? И когда будет, когда будем обсуждать убийство. Да, только тогда включим. Только когда обсуждать, да, чтобы типа не спалиться. Я, например, ору часто, когда меня убивают. И всем понятно, что меня убили. Ну, а я записываю и болтаю, поэтому. Так. Во-первых, калибровочка. Во-вторых. Еще.
Ой, не туда. Ой, не туда. Да, блин, серьезно, что ли? О, так-то я задание сейчас выполню, кстати говоря. Можно будет спокойно смотреть по камерам. Рестарт. Ну и пошли там своими делами заниматься. Ага. Блин, а чё Ралифа хлопнули-то сразу? Человек только зашёл. Человеку поиграть не дали, вы чё? Я только зашёл, ну. Так, ну смотри. Эндрю, чё молчишь, Эндрю? Эндрю вроде добрый, потому что... А где это было вообще? У меня была какая-то идея. Я нашла... Кто нашёл? Я нашла... Подожди, я нашла его в электрощитовой. В защиту Эндрю? Говорю, он стрелял по метеоритам. Вот, вот, я задание выполнял. Эндрю со мной стоял и, короче, ничего плохого мне не сделал. А вот Катя... Так я хочу сказать, что меня в электрощитовой не было. В том районе. Во. Угу. Если Софья и Илья видели Эндрю, а Глеб не видел... А меня-то там не... А почему тебя там не было? Не было тоже в том районе. В смысле... Катя начинает кого-то валить, надо сразу думать. Задания были с так, алло! Судна, поэтому меня там не было. Мне кажется, это либо Глеб, либо Катя. Сколько бутылок джина ты мне должен будешь, Илья? Вот, кстати, Катя так хитро... Мне не страшно. Может быть, это было... Хитрый план такой, типа, чтобы спереть на кого-нибудь другого, а? У меня? Подождите, нет. Так у нас сейчас две мафии? Нет, одна. А, фух, нет. Одна. Фух, я думал, все, сейчас жопа нам. Ладно. Одна, но уменьшенный этот, перезарядка килла. Специально. Ну да, кстати, килл был долгий. Там сколько было? 40 секунд? Я бегал, я помню, убил кого-то. Бегаю, убить не могу никого. Меня спалили. Должно быть быстрее сейчас. Так, ну ладно, я проговорю. Давайте ставить на 15, чтобы мне кажется, еще пока... Я бы, конечно, выбрал Катю, но... Пока еще... Зря? Зря? Я не знаю. Я тоже воздержусь. О, воздерживайтесь. Я сейчас буду следить. Василия кикнули. Не кикнули, а нет. Разве? Не кикнули, воздержали же. Воздержали. Вылупаем. Не пугайте меня так. Ладно, все, давайте. Так, я понеслась задание свое делать. Конечно. А. О. Все, отлично. Лифты, ты делай задание, если что, с призраком-то. Лифт, наверное, немножко в тильте. Только начал играть в жунгли. А, да, погибший тоже задание может делать, кстати, да-да-да. Я тебе больше скажу. Если будет у нас двойной постер, то второй постер, которого кликнули, может тоже выполнить саботаж. Я знаю, кто это. Блин, я, короче, либо Вася. Не-не-не, смотри, я стою, смотрю на камеры, секьюритишные, да. Потому что я свои задания сделала. И тут, значит, я смотрю на камеры, пробегает Глеб. Я такая... Угу, пробежал Глеб. Ну, думаю, ладно. Потом, значит, выхожу из комнаты. Я пробежал. Потому что саботаж.
Бегу туда глушить саботаж. И тут смотрю, тело лежит Софьина. Думаю, совпадение? Не думаю. Совпадение. Короче. Андрей, с учетом, что мы с тобой мирные 100%, предлагаю в следующей катке просто бегать вместе рядом и дальше от того, кто выживет. А представляете? Катя уже второй раз пытается... И сразу нажимать на кнопку. Нет, тебе кажется. Завалить меня, и поэтому я проголосую как раз-таки за нее. А, кстати, можно воздержаться, да, я тоже воздержусь. Не надо воздерживаться, это Глеб! Ой, он меня сейчас убьет, ведь, ну, все из-за вас. Смотри, хорошо, если это Глеб... Бегай со мной тогда. Если бы я был мафией, я бы, наверное, так и сделал. Бегай со мной тогда, и все, и тебя никто не убьет. Все, давайте тогда втроем бегать, если это так, то тогда... Давайте втроем бегать, он нас тогда не убьет. Только когда... А когда кого-то убьют, сразу бежим к кнопке. Окей. Илья, ты... Да. Так... Вообще, давайте задание сделаем мирное. Нам там осталось пара. Так они сделаны все. Сейчас мы... Они же сделаны все. Ну, мне там 1-2 осталось. А, уже... Не, саботаж связи. Какой все? Так, звук. Зачините, нет? Да-да, я... Блин, мы реально втроём ходим. Всё, потушили. Я не сделал. Ты прикалываешься. Давай вниз, вниз. Вниз. Катя! Нет? Какая нет? Катя? Я наверху стояла! Ты что, блин? А чего ты? Ты стояла возле меня, там написано ожидание второго пользователя. Ты что, не тыкала? Мы же с тобой вдвоем там были. Ку-ку, надо на разных стоять! Я думал, ты вниз побежишь. Ой, блин! Объясните мне правила этой игры. Короче, смотри, там, когда написано ожидание второго пользователя, ты на другую должен побежать. Я думал, типа, я вдвоем наверху, на одной точке надо быть. Не-не-не. Типа, я еще думаю, догадаться, не догадаться. Мой, а? Твой большой указательный фак. Что такое Вася? Блин. Это Глеб. Здесь не узнаю. Так, скины надо менять кому-то? Это Глеб, который батька, который Вася Пупкин. Блин, а у Глеба реально шансов не было. Мы реально втроем там бегали, как это. В том-то и дело. Жесть какая-то вообще. Ух, дурочки бегали вместе.
А мне надо было дурацкое это задание с электричеством сделать. Я не знал, где оно. Эх, Илья, Илья. Давай сначала в админскую, а потом к реактору. Так будет проще. Там все остальное сделаем. Что там ролик стоит? Почему он стоит? Подожди, а где у два? Тут? Нет. Да чё вы к ролику пристали, алё? Дайте человеку поиграть, вы что делаете? Нашёл я его в электрощитовой, или где, так, короче, где там это... В электрощитовую он бежал, мы оттуда с Катей выбежали. Рубается. Блин, вы будете ржать, но мне казалось, что это как раз-таки ролик. Чё-то он там у реактора застыл надолго. Я его рядом, поэтому без понятия, что это может быть пока. Я тоже не понимаю. Но я на Илью не думаю, потому что мы с Ильей выбегали, нормально там все было. Мы с Катей бегали часто, да. Софью я вообще не видела. И Андрея, кстати. Тихо сидит, да. В засаде. Софья молчит. Нет, и Андрея, и Глеба не видела. А потом саботаж начался, и я побежала. Блин, наверное, я воздержусь, что-то мне кажется. Пока непонятно. Пока все непонятно. В этой игре очень долгие заставки, блин, как он заклевал. Давай быстрее. А все? Да? Да. Вот я молодец. Все задания выполнила. Так, Вася Пупкин бежит в админскую. Илюшка бежит в секьюрити ко мне. Смотрим. Воробей бежит в секьюрити. Я знаю, кто это! Это Глеб. Это Глеб. Нет, я был... Да? Это ты, потому что мы все втроем были в секьюрити.
В том-то и дело. Да. Я в это время был в комнате с этими, где показывает, кто из вас, где есть на карте. И я видел, что вот в той Алло, комнате, это мы там были? Андрей, был еще один не, он имел в виду в навигации. Человек. А двое были в комнате, где вот это... Где камеры. Где вы думаете, да. Так что кто из вас был... Подожди, а кто тело нашел? Из комнаты вышла только Софья. Я нашел тело. Ну как она так это быстро прибежала? Кто был, да? Она к нам прибежала, последняя. Вот, значит, Софья. Илья, ты видел этот прикол, Илья? Ты видел этот прикол? Короче, Софья забегает в этот... Софья забегает в секьюрити. И мы с тобой там с Ильей стоим. И мы, короче, отбегаем вдвоем. Я думаю, Илья, не убегай, не оставляй меня, вдруг она мафия. Дайте не убегай только. Так что я проголосую за Софью, раз она именно. Ну ладно. Зашла позже всех туда. А кого из нас? Мы стоим в секьюрити. Катя, та же стратегия. Если что, бегаем вдвоем и клацаем на кнопку. Если что, вы можете говорить, как вы были. Ну, вы можете карту открыть, как бы посмотреть. Если вы там не помните название, то так вечно не запоминайте. Ну шо? Вы, конечно, Ралиф, это за что? Кто, блядь, бегает вдвоем? Это вообще-то... Но это было... Это было так смешно. Мы стоим, смотрим по камерам, Илья и я. Забегаешь ты, и мы такие... вдвоем забежали, да. Да-да-да. И мы такие... Я говорю, я ору, Илья, не убегай! Ой, блин. Не убивайте Ралифа, я вас умоляю. Оставьте человека. Дайте поиграть. Да я сделал грозные брови, а теперь меня... Вы сами все боятся. Я убиваю. Потому что вы, блядь, уходите, сука, вдвоем, блядь. Ладно, давай. Мы такие. Муж и жена, что сказать? Нам можно. Какой шельмец, а? Какой шельмец вообще? Ай, шельмец. Я закашлялась. Я Софью там видел. Результат. Я Софью там видел. Я с Софьей стоял на перекрестке. Я знаю, кто это. Это сделал... Возле навигации. Это сделал муж. Я тоже думаю на мужа. В смысле? А, я типа они говорю, вдвоем бегали, да? Я шел в навигацию. Там стояла Софья. Мы с ней стали у перекрестка, грозно на друг друга посмотрели. Я пошел в навигацию, а дальше я ничего не знаю. Но это последний человек, которого я видел. А потом бац, и все, убийство. Да не со щитком упомянул, не знаю. Если бы это был я по фану убил бы Ралифа первым. Блять, хватит Ралифа убьем. А когда мимо меня кто-то пробегает, я сильно напрягаюсь. Да, я тоже все время. То, как к заданию подхожу, сразу такой, смотри, чтоб никого не было. Я закрываю глаза, потом открываю глаза, смотрю, значит, все нормально, бегу дальше. Блин, короче, я думаю, что это Софья. Вы думаете, как хотите. Если сейчас за меня голосуешь, я удаляю тебя из друзей, и ты мне еще должен... Я вообще не знаю. Я в камеру смотрел. Ты понимаешь, насколько дорого это? Насколько это будет дорога твоя ошибка? Ну, блин, либо это Андрей, потому что он, типа, нашел, может быть, он сам и убил. Меня уже скулы сводят от смеха. Я думаю, что это ты, потому что ты пиздишь много. Да в смысле? Я просто видел последнюю, возле кого я был. Я устала ржать. Ну, ё-моё. Вы проголосовали уже, да? Да. Я, да. Не знаю, я думаю воздержаться. Я не понимаю. Да я тоже думаю воздержаться. Я тоже, я не знаю, кто это. Валит. Ну ладно. А что, мне что-то нажать, да? Да,
Да, ну знаешь, ты либо воздержись, либо кого-то пикни, да. Ой, как по шестером весело играть. Все, молчу. Вырубаемся. Так, задание. Ща кого-то убьет. Офи, беги! Да что такое? Убьют? А мы не можем фиксировать, да? Сам починил. Ой, Ралиф, трындец тебе. И спрятался, смотри. Ай, хитрец, ай, шельмец. Вот и трубачок. Кто там? Ой, слэшер пошел какой-то. Ралиф, ты просто... дайте парню поиграть. О, слушайте, я видел Васю Пупкина. Я когда бежал, когда был саботаж со светом, я бежал к электричеству, и Вася Пупкин был возле Ралифа. Я видел Андрея, который стоял в соло, и я прошел мимо, и он не убил меня, не я его не убил, поэтому Илья, это точно Илья. Больше да нет. В смысле? Я что-то тебе не верю, если честно. Я больше верю в Илья. Я говорю, потому что я видел. Ну мы же с тобой были рядом. Я бежал и сделал, я кстати, включил свет последний. На видео все было норм. А вот Илья где-то шатался и убил уже целых троих человек. Ну вот вы и проиграли, поздравляю. Свистит-то как, а? Мы рядом стояли, и никто не знает. Свистит, как дышит вообще. Мне написано подлиза. Подлиза, да, тот еще подлиза. Если он начинает много говорить, он это сразу понятно, что он, блядь, предатель. Да-да-да, у него это, кстати, есть такое. Все, буду теперь все время много говорить. Спасибо за хинт. Или вообще не говорить. Ой, блин, как смешно было, я не могу. Я сижу, я думаю, там короче, этот Ралиф стоит около камеры. Я такая, ну все, конец тебе, Ралиф. Все, я буду много... Не понял. Это Илья, что ли?
Там есть кто? Несемся. Несемся! Так, буду много говорить, потому что сразу вы поймете, что это я. Поэтому так. Я думаю, что это Софья, потому что я видел ее возле щитовой, а это рядом возле вот этих вот, как их там. А кто, где тело-то наше? Двигатели. Нижний мотор. Двигатели. Нижний мотор называется. 1000 баксов. Помни об этом. Слушайте, а я не в курсе, я вообще в другой стране был. Это единственное, что могу сказать. Я тоже, я был вообще в центре и бежал. Я одно могу сказать, со мной рядом Ролив был. Вот что я могу сказать. Так что это либо Софья, либо Илья, либо Эндрю. Действительно. Ну, я много говорю, значит, скорее всего, это я. Блин, зачем мы это сказали? Я нет, не знаю, есть... я никого не видел. Есть разница. Говоря. Катя, есть но маленькая разница в том, когда он говорит? Есть, я чувствую. Чувствую. Ну, конечно, да? Есть разница, потому что вы сказали, я теперь все время много говорю. Нет, да блин, я сразу говорю на того, на кого я думаю. Вот я думал на тебя, я сразу сказал на тебя. Я думал в прошлый раз на Васю Пупкина. Ты меня видел? Я сразу сказал, Вася Пупкин. Я говорю, думал в прошлый раз на Васю Пупкина. Учитывая, что ты в прошлый раз был мафией. Вот-вот. Ну вот, делайте выводы, не знаю. Да, если что, 1000 баксов у тебя. Нормально, пока пронесло. Раздержались, все, успокойся. Ходи возле меня, и все будет нормально. Ладно, вырубай. Смотри, как заманивает Софья. Ты куда за мной побежал? Зачем ты за мной бежишь? Kiss you goodbye. Are you like that? Are you like that? Look at you, now look at me. Они там справятся. Почините. Да почините. Допизделся? А что я? Это ты. А что такое? Потому что, когда начал... Просто потому что доебались. Когда начал... Мы были втроем. Ну, да. Я вас по камерам видела, ну. Ты ушел вместе с Эндрю, а я пошла на нижний кислород.
когда ты оттуда вернулся, Эндрю уже был мертв и был на верхнем кислотоводе. Да, только... Да, 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 да. Только я когда побежал к Эндрю, Эндрю пошел к этой штуке. Он, я так понимаю, что он включает. Я бегу себе дальше обойти в нижнюю. Бегу туда, ты уже там выключила. Я-то тут при чем? Ты вообще-то сверху прибежал. А где был Ралиф? А кто так, тело обнаружил? Я сверху бежал, потому что мы сверху были. Тело кто обнаружил? Софья обнаружила. Я нашла на верхнем кислороде. Я за ней бежал. Потому что я... Какой верхний? Ты была на нижнем. Я на нижнем была, а вы на верхнем. Вы пошли наверх. Ну, правильно. Мы все втроем бежим наверх. Потом ты бежишь вниз. Эндрю бежит к этому. Я бежу вверх к тому, через верх к тому, к которому ты бежишь. Вы вместе туда побежали. Если бы ты побежал, блядь, сразу на нижний кислород, ты бы, блядь, прибежал намного раньше. В смысле, я с Эндрю побежал на верхний. Эндрю прибежал к нему первый. Я через верх бегу к тому, ты уже там. Выбегаешь. Мне иногда кажется... Мы с тобой вместе бежим наверх. Есть иногда ощущение, что муж и жена — это не я, и Илья, а Софья. Единственное, кто не говорит, это Катя и Ралиф. Я по камерам смотрела. До меня. Ты понимаешь? Я вообще... Я на корабле вообще потерялся. Я искал задание. Там еще, да? Ты потерялся в такой красной, в таком красной такой штучке на полу, да? Ты ее еще открыл и спрятался туда, да? Да, я такой, темно. Как выйти? Так мы все поняли. Ралиф, там карта, если что? Я не знаю. Справа, под шестеренкой. Удобно. Я сделала ошибку в коде. В смысле? А, когда чинила? Ю-ху! Ой, болтун! Да не, ну тут чисто даёб, чисто даёб, вот блин. Чисто, говорит, даёб, сам, говорит, плохий был. Да не, просто если бы Софья не доебалась ко мне с самого начала, то никто бы не понял. Потому что ни Катя, ни... Нет, я всё видела. Не это самое. Правильно. Я всё видела. Ну, главное доебаться, конечно. Смотри, сам в главной мафии был, еще обижается. Это что такое? Очень так нет. Нет, так просто никто не догадался, и все чисто поставили. Все Софи поверили. Не, ну... Давайте доебываться к одному человеку. О, наконец-то. Ладно. Ралиф, мы это слышали, если что. Похоже, ну, мы знаем, что мафия, да? Сделать вид, как будто я выполняю задание. И это мы тоже слышим. По-любому роли. Я знаю, кто это. Кто? Глеб, там на камеру все видно. Блин, я тоже заметил, что там уже видно часть тела, блин. Капец, спалился.
Короче, я смотрю на камеры, думаю, у меня там задание рядышком было, посмотрю на камеры. Смотрю на камеры, смотрю, опа, тело появилось. И Вася такой бежит, Пупкин. Да пипец, там все рядом так было. Получается, Вася спалился еще в начале. Не-не-не, это вот прям сейчас было. Я прям сразу выбежала. Там рядом прям совсем с этой секьюрити. Ты еще в начале говорил. Буду делать вид, что выполнил задание. Как это Ролив говорил. Да, он просто наиграл. А зачем ты повторил? Я знаю. Хорош. Ура, я жив. Тебе достижение там не дали? А, блин, тебе достижение еще дали. Блин, прикольно. Если бы не спалился, я бы не догадалась, наверное. Потому что я бы не пошла тело смотреть. Я прям Катю вел. Говорю, давай, давай, пойди вниз, там мой труп. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, everybody. I just wanna dance. Ну ладно. А что ты тут стоишь? Так, что там осталось? Отпустите меня. Кислород, кислород, ребята, кислород. Кислород. Все, починились. Так. Опа-на. А где трубы? А я? Нашли в нижнем моторе двигатель. Ну, мне кажется, это Андрей. Это Катя. Есть. Это либо я Катя, либо Андрей, потому что... Рассказываю, потому что я, Ралиф и Вася и Софья, мы все были вчетвером в одном месте, где мы кислород запускали. И ну, потом да, Вася, Ралиф и я, мы пошли в одном направлении, а Софья ушла вниз. А я и наверх. Софью кокнули. Ну, я не знаю, в каком верху ты была, я тебя не видел. Я туда, где Medical Way, туда побежала. Я просто все задания выполнил, пошел камеры смотреть. Ну, короче, пошел. Мне кажется, это либо Катя, либо Андрей. Ну, не знаю. Это не я. Я на всякий случай еще раз много говорю, чтобы все думали, что я убийца. Кикните меня, пожалуйста.
Не, ну реально. Почему вот, мы собственно, и нет. Почему вы, собственно, и нет? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я вообще не знаю, кто. Ну что? Отвлечение внимания вдруг. Ну, Ралиф, ты помнишь, мы же с тобой были вместе в комнате. И с Васей, и с Софией. Я еще из кармана нож торчал, помню. Ладно. Послушаю. Не знаю, я думаю воздержаться, я не понимаю. Воздержусь. Ну что? Я проголосовал. Оба-на, ничего себе. Нормально, нет вообще. Кого-то. Вася, ты за что меня? Мы же с тобой были вместе. На всякий случай. Нормально, нет? Не было предателем. Ой, господи. Как это Андрей? Фу на вас. За что? Тихо, ходите с Андреем рядом. Ралиф, извини. А, господи, звук же. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Понятно. Я проиграю. Блин, точно Андрей был, а? Ты посмотри. Я же говорил, либо Андрей. Я говорил, либо Андрей, либо Катя. Короче, Ралиф бежит наверх, Андрей бежит с ним. Я такая, ну все, сейчас Андрей выиграет. Я бегу просто с Ралифом, я понимаю, что все. Тут уже, ну, никак. Идеально. Блин, жалко, что неровно Катю кину. Катя, возмущайся больше. Я тебе не верю. Мне все время кажется, что ты... Я тебе никогда не изменяла, между прочим. А ты мне не веришь. Вот так вот. Да. Ну, надо больше. Надо говорить, ты вообще такой-сякой, как, туда-сюда. Я сразу знаки понимаю, понимаешь? А так, видишь, я двух правильно угадал, но не того пикнул. А я Илью еще послушал. Вот-вот. Неудобно получилось. Ладно, давайте. Так. Ой. Ой, не здесь, что ли? А где? А, сторож, да, сторож, все правильно. Так, заодно. Раз уж пришли. Ой, нелюбимое задание. О, нормально. Yes.
Опа. Я образец собирал. Короче, есть у меня подозрение одно. Я видела Софью в районе реактора. Добрый. Я видела Софью в районе реактора, потому что я бежала в верхний этот engine, двигатель. И потом я такая пробегаю мимо, опа, Эндрю. Поэтому я думаю, что это Софья. Почему не ты? Вроде я что-то на меня пробегала. Почему не я? Я задание делал. Я смотри, я главное еще такая... Я, короче, еще в чем подозрение на Софью, смотрите. Мы когда были в электрической, я, Софья и Ролиф, дверь была закрыта. А потом она открылась. Но никого, естественно, не убило, потому так что дверь... нас же двое. Нас же трое там, в смысле. А почему? Дверь же, по-моему, это как типа часть саботажа, да? Нет. Нет, нет, нет. Дверь мафия закрывает дверь. Мафия может закрыть дверь. А, мафия, типа, без саботажа может закрывать двери, как хочешь? Да, да. И мы, получается, там были. Видимо, Софья подумала, что она там... Видимо, Софья подумала, что она там, ну, типа, один на один с кем-то, а получилось, что нет. Я там вообще старательно ее избегала. Это точно не Ролиф, потому что он вообще в другую сторону убежал. Хитро. Я, короче, думаю, что это Софья. Ну, блин, не знаю. А возле меня Софья пробежала, и я жив. Так что она тебе должна... Хотя мы вроде как... Так, ну, мы вроде как одни были. Ни сзади меня никто не шел, ни спереди меня никто не это шел. Это, может, ты не заметила, Софья заметила. В смысле? Что, сзади меня никого не было? Ну, что, наоборот, там кто-то был. Короче, я за Софью голосую. Не я знаю. Прям железно уверен. Я железно уверен, что это Софья. Дайте мне как-то... забрать свой образец. Как там вообще Эндрю оказался? Не знаю, поэтому воздержусь. Я задание выполнял вообще. Ни за что. Я тебя не видела вообще там. Ролиф, а ты что думаешь? Я ничего не думаю. Да Софья, это железно. Я лучше воздержусь, я пока не уверен. Ой, зря, ой, зря, ой, моя, меня сейчас убьют. Ходи со мной, тебя не убьют. Ну, может быть, тебя убьют, но я тогда заявлю. Да мне задание надо делать, я с тобой не могу все время ходить. Нет, не убила. Побегу в другую сторону. Зачем ты, Софья? Не беги, Софья. Кто был? Это потому, мы, что мы типа все задания выполнили. Сделали? Да, мы задания выполнили. А кто был саботаж? Софья, ну скажи, что это ты была. Да, это Софья. Че никто не... До последнего не признает. Эндрю сказал же, что это Софья. Все, это Софья. Я смешок увидел. Я же говорю, я ее спалила вообще. А вы мне не верите. Ну когда же я буду убийцей? Я так хочу отомстить кого-нибудь. Ты главное вслух не говори только. Да, буду кричать. На тебе, умри. А то там спалишься быстро. Ладно, давай. Быстро. Опа. В нижнем моторе. А вы знаете, что? А это не Катя, потому что она рядом со мной была в электрощитках. И, скорее всего, ну,
не Андрей, потому что он вместе с нами, он выходил из электрощитков, когда я туда заходил. Именно так Андрей тоже же обнаружил. Я шел со склада, выполняя задание в электрощитке, потом побежал дальше к реактору, у меня там тоже задание. Саморепорт? Саморепорт, может быть, да-да, саморепорт. Ну окей, голосуйте, окей. Не, я не расстроюсь. Что-то сложно. Я вообще не видела Софью, вообще не видела Ралифа. У меня нет алиби. Ралиф, ты что делаешь? Ралиф, у меня нет алиби, я просто хочу вас всех убить. Если первым делом или это София или Катя это умерла, вот это значит я. Короче, понимаем, да? Если София или я, то значит Ралиф мафия. Ты че, Глеб, не? София, он мне не побежал. Блин. Ралиф, просто скажи правду, ты дал Глебу нож, чтобы он сам себе убил. Да. Я говорю, давай это. Я руки не морал. Че делать-то будем? Непонятно ничего. Но у меня тоже, кажется, что это и не Катя, и не Илья. Ну, если вы мне не верите, пойдемте сейчас со мной задание сделать, и вы убедитесь, что я не мафия. Окей. У меня как раз задание тоже у два есть. Можем убедиться тоже. Ладно, да, давайте будем обед воздержания тогда хранить пока. Окей. Главное, не минуту молчания. Опять все поставили? Чебаки левый улетает. Первая поставила Катя. Ну, Катя рядом со мной была, точно не Катя. Пять. Так, а подожди, а сюда? Нет, туда, вниз. Где же они все-то? Вы все внизу? Есть кто-то? Кого? Так, мне мешает Шэдоу. Я понял. Ну чё у нас? Так, надо саботаж ему устроить. Давай, реактор собой. Ладно. Мешаю задание выполнить. Блин.
Просто усилиями, усилиями. Ай, блин! Мы победили. Это лиса Алиса. Она мне вот пальца просто провела. Вот же ж, конечно, женщина называется. Она можно наебать. Главное, главное, Илья, главное помни, я тебе никогда не изменяю. Верь мне, говорит, туда-сюда, ну-да-ну-да. Я просто вовремя вынырнула из вентиляции. Да. Да, ну вот я вот это не усёк, потому что просто я смотрю, Катя вроде рядом, убийство произошло. Хорошо, хорошо. Блин, жалко задание выполнить. Давайте. Идеально вообще. Идеально. Here we go. Подожди. Всё, потушили. Ролиф просто вообще. Получается, как покрыли. Я был с Софьей. Ну, да, единственное, что я знаю, это точно на не Андрей. Мы с ним этот реактор. Тогда это ты? Да. На место. Да, мы с ним реактор чинили. Так я вообще в другом конце был. А вот кто был оставшийся? Что-то Илья, Катя, Софья. Блин, кто-то из вас. Интересно. Илья, тебя опять вокруг пальца не обводят? Короче, там включал щиты на корабль. Щиты? Да. Да. Софья пробежала еще возле меня и не убила. Я ей сразу поверил. А потом мы с ней вместе побежали в электрокомнату. Да. Вот когда, и она тебя не убила. Когда вот эти... Ну, тогда прозвонил звонок, что умер кто-то. Нет, тогда Нена. Да. Блин, я не знаю. Я далеко. Я скипаю. Нафиг. Да, я тоже скипал, непонятно вообще. Я что-то очень далеко был вообще. Первый килл сюда непонятно. Ну, только если человек спалится. Да. Блин, опять вы меня разводите? Ну, ладно. Блин, я буду ржать, если опять Софья Илью развела. Это будет смешно. Развод Веры. То есть мы за меня не отомстили, да? Пока нет. Если меня убьют, то... Умру хоть. Так, а чё я зря бегу? Надо сразу набрать. Там же рядом. Нет, ну, Илья жив. Пам-п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 ам
А это какая красивая песня. Что за песня-то? Так, а ну, в электрической есть кто-то? Трубы там, может, какие-то? Нет? О! Чего ты так за мной бежишь? Опа! А кто был-то? Так что это у нас? Андрей? Миссию выполнил, меня убил и все. А мы что-то втроем бежим? Реактор с этой... Мы втроем бежим, короче, с Софьей. Она бегала со мной. Специально. Просто невероятно. Я, честно, я удивился, что Глеб не поверил. А я, главное, смотрю, мы бежим это... Мы бежим, значит, Андрей, Софья, я... И Софья что-то за мной бежит. Я такая, не беги за мной, что ты? Блин, а это кто может быть-то? Это Ралиб? Это Ралиб? Софья, Ралиб или Илья? Господи, завтра выходной. Какой прекрасный день выходной. Ой, блин. Страшно. Я спалил. Это был Ралиф. Наконец-то. А я так и думала, что это Ралиф. Это... Короче, смотрите. Мы когда были в Storage Room, мы были втроем, ой, вчетвером, получается, Ралиф, Софья, Илья. И там, где бегал Ралиф, закрылась дверь. Я такая, ну по-любому он. Да-да-да. Я еще бегала от него куда угодно, лишь бы рядом не шел. Когда на кладбище забежал, закрыл двери. Да-да-да-да-да. Я подумала, что Илья, потому что задание не выполнит. Но, видимо, скипнул просто из-за того, что двери увидел закрыть. Но мы были втроем, поэтому клоун его не убил. Да. Софья, ты не проголосовал.
Ралик тоже не голосует, он не хочет. Он оттягивает момент. Это не я! Я не виновата, я! Себя проголосовал тоже, Ралик. Блин, Илья опять забыл микрофон включил. Он это орёт, сидит. Я специально выключил. Да нет, я специально выключил. Я даже написал, говорю, это не Ралик. Нет, твои сообщения не видно. Это видно только через номер. Да, сообщения не видно. Это... Я в управлении вообще еще ничего не понял. Чё, какие-то кнопки, бля, все подряд нажимаю. Двери закрылись, куда бежать-то, блядь? И Ралиф такой, кто дверь закрыл? Кто дверь закрыл? Это не я. Искал Катю и Софию, и я попался, ну хоть и вот, на тебе. Хорош. Ладно. Мирные, давайте хоть раз выполним все задания. Так мы уже выполняли. А, мы уже раз выполним, давайте. Да. Было дело. На убийце веселее играть почему-то. Да, есть такое. Ах ты ж, я ботал, шельма! Ой, шельма! Ой, шельма! Ой, шельма-то какая! Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какая шельма! Ой, какая шельма! Ой, какая шельма! Ой-ой-ой-ой-ой! Опа. А вот Итушка лежит. Екатерина. Катя убили. Лиса Алиса. Причем в той же комнате, где был я был этот. Я Васю Пупкина с собой в комнате видел. Это точно не он. А мне кажется, это либо Илья, либо Ралиф опять. Кстати, Софья тоже. Что ж ты такое? Господи, Софья, что я тебе сделал вообще? Потому что мы ходили вместе. С нами была. Мы ходили вместе с Васей Пупкиным и Эндрю. А, как я не смешно. Так у нас с Васей Пупкиным был в Эндрю, другой комнате, кстати, когда он ушел нашел. Вперед нас, а вот мы с... Я задание. Блин, не смешно. Я требую справедливости. Софья меня нет, палит все время. Последние, так что точно не мы, а вот кто там из вас, это вопрос. Да. Да я же с тобой, Глеб, был в комнате вместе после того, как мы этот выключили. Ай, лиса, ой, лиса, ой, лиса-то какая, а? А, так. Но мы вроде с Глебом вместе забежали в этот электрик. Вас там было много, вот. Я не помню, я кто именно там был. Даже. Пока что я знаю, что точно не... Ну, не я Софья, точно а уверен в Васе, в остальных не знаю. Ралифа я вообще не видел. Точно, точно не Софья, потому что она выполняла задание вооружения. Пушка эта. Да, кстати. И я выполнял задание на складе. Там, где мусор кидать. Короче, пока что да. Мало непонятно. Информации. Да, ай, повезло ему, а ему повезло, а? Алиса, Алиса, ой, Алиса, ой, как... Ай. Илья, ты хорошо врёшь, а? Ты завтра это увидишь на видео. А я микрофон выключаю. Ралиф застыл в реакторе.
смотри, решил зайти посмотреть. Ах! Ай, Ралиф! Ралиф! Ай, Ралиф! И спрятался. Как спалился? Ты ж спалился! Конец тебе, Вася Пупкин. Бежит, бежит за ним. Бежит! А, бежит за ним. О, попался. Заманивает, заманивает, смотри. Беспалевый. Это что было? Беспалевный ты наш. Почти беспалевый. Что было-то? Я смотрю, ржу просто. А вы бы видели, как он бежал за Глебом? Там просто, короче... Мне не хватило просто, я бегу, бегу, бегу. Я специально бегу. Я бы его убил в центральной комнате, и всё. Да, 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 шифтит просто, как вообще, прибежал, а там вы вдвоем. Ой, ладно, но это было, конечно, смешно. Я просто мискликнул. Мы когда сидели с Эндрю, блядь, на камерах, я поняла, что это Илья, потому что он видел, что мы там вдвоем и закрыл нас. Как? Да, 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 да. Как ты не увидела, что я оттуда выбежал? Я же там из подвала. Он же из вентиляции, да. Запалите. Да, да, да. Я из вентиляции просто вылажу, и там вы вдвоем, я такой... Да, да, да. Я думаю, все, сейчас спалится, не... Ой, ладно, я все, короче, мне уже спать нужно идти, мне... Работать завтра, поэтому покедова всем. Ой, давай. Давай. Спасибо огромное. За то, что зашел, да, поиграл. Да, не, вам спасибо. Давай. Жаль, что я тебя не убил в последний раз. Ладно, давай. Спокойной ночи. Так, а что мы еще играем? Ну, не знаю, как остальные. Можно еще парочку катнуть. Мы даже в Пазму сегодня не сходили. Вообще. Да. Что-то не то. Что-то с нами, да, засела прям эта игра. Может, да. Может, сходим на кошмар в Танглвуд? Да можно на кошмар в Танглвуд и куда-нибудь еще? Ну, типа... Я давай, сейчас это последнее и... Блин, выключила. Ну, типа, на две там, на два дома. Я опять член. Go crazy. Не спалится, не спалится. А ты что, ты видишь, что ли, Софья? Ага. А, нет, туда побежала. Ладно. Так. Так. Ой. Go crazy, go crazy, go crazy, go crazy, go crazy. А, тянись. Убер. Thank you.
Ай-яй-яй! Так и думала, что Софья. Блин, я же ее спалила. Я ж ее спалила. Еще извинялась, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрю, стоит. Вы хоть тело-то найдите. Фига себе. Ого, а что у нас этот кошмары на улице Вязов какие-то? Только недавно они были живые. Подождите, Ралифа я видел рядом с собой возле камер. А Софью не видел. Я в админке была. Потом пошла наверх в этот, в оружейную. Блин. Мне последнее задание осталось. Мне надо этот коллектор реактора очистить. Что делаем? Ну, блин, я не знаю. А если мы сейчас никого не пикнем, то у нас, конечно... А если мы сейчас остается... ошибемся, танцев тогда нет. Проиграем. А если мы сейчас ошибемся, тогда тоже проиграем, да. Мне кажется, это София. А ты что думаешь? Вопросы такие прикольные задают. Ладно. Блин, ну я Софью тоже не видел. Так я вот клоуна нигде не видела. Что тебя нет, видела? Это не перья, это ножи у нее торчат. Ну блин, он был рядом со мной. Единственное, что мне кажется, что Катю уже давно кто-то убил. Катю убил кто-то очень давно, прям чуть ли не в самом начале. Ну, труп теплый еще был. Ты пробовал? Да, так я же обнаружил. Провел экспертизу. Хотел, а я протестую, проверить. Я протестую. Хватит издеваться над трупами умерших людей. А если саморепорт? Ну... А где ты, Ралиф, нашел ее? Ты думаешь, я название знаю? Где-то возле двигателя. Карту можешь открыть. Где-то наверху двигателя. Кто-то из вас точно. Вы против друг друга, а я воздержался. Ой, нам всегда. Мафия всегда голосует против того, кто. Мафия всегда голосует против того, кто на нее агрится. Идемте коллекторы откроем, блин. Пойдем. А что случилось? А, я бы забыл выключить микрофон. Кто это? А что? Я что такое нажал? Зачем ты кнопку нажал, алло? Я нажал. Илья, нам сейчас надо будет решать, мы просто умрем и все. Чувствую давление с твоей стороны, друг. Что? Это что такое? Это экстренное нажатие кнопки. Ничего себе. Илья, давай на интуицию. Вы жопы. Кажется, что вы оба убийцы. Дурим тебя, с ума сводим. Какой же... София, ты верхнюю часть туловища забираешь или нижнюю? Что тебе скажи, да. Трусы забираю, наверное. Просто и всё. Илья там, наверное, монетки подбрасывает. Да я уже все возможные способы перепробовал, там
Сири спросил, кубик бросил, гадалку я не могу. Вызвал, она успела приехать, поужинать и уехать уже, блин. Клоун-то этот, предатель. Звезды говорят, что да. А воробей предатель. Звезды говорят, что да. Кто-то из них предатель. Как это сложно. Ладно, я знаю четкий способ. Энники, бенники, ели вареники. Вышел за бедный матрос. Извините. Эхо. Да ладно. Я хороший. Ничего себе. Блин, вы завтра будете смотреть выпуск, это такая ржака. Мы, короче, сидим такие. Мы такие сидим с Андреем, переписываемся. Как же Ралиф чувствует? Типа, Ралиф дает шанс. Я говорю, смотри, смотри, сейчас проиграют. Ралиф гениально нажал на кнопку, просто гениально. Как же Софья блефует, ё-моё, как же Софья блефует, это просто боженька блефа вообще. Софья, я тебя спалила, ты увидишь это завтра на записи, я тебя спалила сразу. Короче, мы стоим в кафетерии, я смотрю, Софья такая застыла около люка, я думаю, так, не понял, ты там что делать-то собираешься? Явно прыгать. Но она меня видит и не прыгает. Я такая на секунду отошла, возвращаюсь обратно, ее нет, я такая, ну все, она точно мафия. А я, прикинь, я даже не зашла в люк. Я просто стояла, потому что мне написали. А? Как все совпало. Мне написали, я такая вышла пока. Так, ну что, заканчиваем? Выходим? Да-да, давайте сейчас, может, еще катнем. Какой же божественный выпуск будет, я прям отвечаю. Ой, на шорт. Спасибо за игру.